Углем отапливают городские теплоэлектростанции, мелкие котельные и печи в частных домах. Об их влиянии на экологию и необходимости обновления методики его оценки говорили в ходе круглого стола. Точки зрения ученых и энергетиков совпадают. Пора переходить к учету вредности отдельных веществ, а не считать общий объем выбросов. Необходимо внедрять более современные технологии сжигания угля и очистки выбросов. Поэтому говорить о том, что, скажем, опасность вот кроется только в использовании органического топлива, это неправильно. Необходимо еще правильно подходить к управлению выбросов и оценке. В крае на Бородинском разрезе добывают качественный бурый уголь с минимальным содержанием серы, который наполовину состоит из газового компонента. По мнению ученых, его применение по новым технологиям может оказаться полезным экономике и экологии. Но перспектива коксования угля близка скорее к котельным, а над сбытом кокса еще нужно серьезно думать. В городе Красноярске с такими объемами производимого тепла, которые сейчас делают ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, СГК, вот на данный момент, в ближайшей перспективе, наверное, замены его нет. Бородинскому углю. Уголь – доступный и надежный для Сибири вид топлива, при этом может с успехом применяться и на вторичном производстве. Сухая зола и золошлаковые отходы – это дешевое и безопасное сырье для цементной, строительной и дорожной отраслей. Специалисты СГК планируют в этом году разработать технический регламент на производство и активно продвигать сбыт золошлаков. Но основным направлением своей природоохранной деятельности энергетики видят модернизацию газоочистного оборудования, что до 2020 года позволит снизить вредные выбросы в атмосферу. Первым таким объектом будет ТЭЦ-1. Это станция, которая проверена уже временем, много лет эксплуатируется, но подошло время и есть запрос общества о ее реконструкции. В первую очередь эта реконструкция коснется газочного оборудования, очистки от пыли. За счет этого мы планируем снизить выбросы от нашей ТЭЦ минимум на 20%. В завершение дискуссии участники круглого стола согласовали резолюцию, которую направят и правительству края. Валя Шарыпова, Андрей Крупнов, новости.